Привет, я Алена. Смотрите, что открыли возле сарая на улице Централь. Цветочный магазин. Раньше ближайший был на Шерри. А теперь уже есть уже здесь. Интересно, сколько стоит букет? Я как-то покупала, но не помню. Салам алейкум. Ну, давайте спросим, например, про этот хризантемки. Бекан, да? 35. Калима раби масля сама? 35. Вагда? 1. That's not Варда, it's 1. This is half around 5, 5 Варда. Вена хамса валяка? Хамса талатин? Хамса талатин. Колю. Вагда хамса талатин. А, смотрите, я уже две думаю, что дешево. Вот это вот одна такая веточка, 35 гене. Ну, а вы там берете, сколько вам нужно. Ну, даже если взять, предположим, 5, 6, это нормальный букет, это будет где-то 200 гене. Мункин колю, мункин мытинка, да, са? Толтумехам, гена ашера. А, ну вот здесь есть штук, это 350. А так будет наполовину меньше. Ну, разные есть еще для вардовика. Розы вообще по 25, между прочим. Ну и разные вот для декора, смотрите, есть веточки. Все свежайшие. Колю юм фреш. Все свежее. Да, миштабе? Да, миштабе, пластик. Это пластические. Ну, здесь, видите, любят. Это пластик? Ну, она мишбахе. Это рядышком, получается, возле кафе «Сарая». Кетир вак махаль гена? Кам? Шахрит? Гена махаль кам вакт? Вакт ашра биллин, ашра... Ля-ля-ля, да махаль гидит, са? Кам шахар валя кам? Эдин шахар, шахрин. Два месяца уже открыто, я не видела. Вот, видите? Так что теперь у нас здесь близко, возле сараи. Есть и искусственные большие. Не туристическую, которую не нужно бояться, в которой есть душа.